Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа «Итоги недели». С вами в студии Илья Сахаров. Мы вспомним основные события прошедших 7 дней, которые попали в поле зрения наших корреспондентов, заострим внимание на самых актуальных вопросах и проанализируем тенденции развития политической и социально-экономической жизни округа. Регионам необходимо развивать собственный экономический потенциал, но и помощь федерального бюджета при этом уменьшать нельзя. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на парламентских слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В таком публичном формате мероприятие проходит каждый год. Участие в нем принимают члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, министр финансов и председатель Счетной палаты, высшие должностные лица субъектов и председатели законодательных собраний всех регионов. Наш округ представил председатель собрания депутатов Анатолий Мяндин. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока неизвестны все его параметры, а значит, не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Касаясь основных особенностей представленного проекта бюджета, Валентина Матвиенко подчеркнула, что страна возвращается к трехлетнему планированию. По мнению парламентариев, это повышает степень определенности в экономике, дает возможность хозяйствующим субъектам строить планы на среднесрочную перспективу. Особое внимание при рассмотрении бюджета было обращено на регионы. Ситуация здесь непростая. Государственный долг субъектов федерации растет. К концу года ожидается на уровне почти 2,5 триллиона рублей. Это при том, что Министерство финансов, правительство все-таки предпринимало конкретные меры по улучшению финансирования регионов. В 14 регионах он превысил уже объем бюджетных доходов. По словам Валентины Матвиенко, Совет Федерации не может допустить сокращения федеральной поддержки регионов, поэтому спикер предложила зафиксировать объем межбюджетных трансфертов и установить мораторий на его сокращение хотя бы в течение 3 бюджетных лет. Председатель Совета Федерации также считает, что нужно двигаться в сторону формирования новой системы межбюджетных отношений, стимулирующей регионы на развитие собственного экономического потенциала. В связи с этим она напомнила о действовавшей ранее базовой схеме распределения налоговых и неналоговых платежей 50 на 50%. В свою очередь, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что проблемам региональной политики в ходе обсуждения было уделено значительное внимание. В 2017 году мы серьезно меняем межбюджетные взаимоотношения с регионами, как в области налогов, так и в области трансфертов, сказал министр. Мы увеличиваем нецелевые объемы поддержки регионов, чтобы дать больше прав губернаторам в распоряжении своими ресурсами. Считаю, что в нынешних условиях это оправдано. С другой стороны, предоставляя такие виды поддержки, мы будем требовать от регионов выполнения условий по созданию источников роста, новых рабочих мест, целый ряд других позиций. По словам Антона Силуанова, 2017 год будет посвящен предметной работе с субъектами Российской Федерации в части повышения эффективности региональных и муниципальных бюджетов. Регионы ожидают принятия федерального бюджета в первом чтении, так как пока не все его параметры известны, а значит, не определены точные объемы всех межбюджетных трансфертов. Несомненно, что результаты парламентских слушаний будут учтены и при формировании бюджетов регионов. Проект окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов будет внесен губернатором в окружное собрание депутатов до 15 ноября. Более 1/3 собственных доходов бюджета Нарьян-Мара в 2017 году будет направлено на содержание органов муниципальной власти. Такие цифры озвучили на публичных слушаниях, посвященных рассмотрению проекта бюджета города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. Несмотря на экономическую ситуацию и дефицит казны, городская администрация не снижает уровень расходов на аппарат муниципальной власти, но при этом снижает расходы на другие статьи, например, ЖКХ и социальную политику. С таким положением вещей в корне не согласны депутаты Горсовета. Мнение сторон выслушала Ирина Цепетова. Проект городского бюджета сформирован на трехлетний период и, как отметила заместитель главы администрации по экономике и финансам Елена Кислякова, сверстан с учетом мер жесткой экономии и оптимизации финансовых средств. Основные параметры бюджета на следующий год выглядят следующим образом.
По информации Елены Кисляковой, в общей структуре доходов городского бюджета собственные доходы в виде налоговых и неналоговых поступлений составят чуть более 626 миллионов рублей, что на 10 миллионов меньше, чем в текущем году. Остальные средства в размере порядка 80 миллионов поступят в городскую казну в виде безвозмездных поступлений. Итого доходов на сумму 708 миллионов рублей. Для сравнения, в 2016 году плановые доходы городского бюджета составляют порядка 775 миллионов. Налицо снижение доходной части, а значит, нужна оптимизация. Но начали, как говорится, не с себя. Второе место по величине расходов занимает решение общегосударственных вопросов или попросту содержание аппарата муниципальной власти. На эти цели из бюджета 2017 года направят более 1/3 собственных доходов или более 230 миллионов рублей. Для сравнения, на сферу ЖКХ в следующем году направят порядка 254 миллионов, около 40 миллионов на решение социальных вопросов. Депутаты горсовета продолжают задавать администрации резонный вопрос, когда произойдет снижение расходов на содержание муниципальной власти. Первая сторона – это прямое сокращение, а вторая сторона – это ведь и выплаты и так далее, поэтому необходимо взвешивать все. И третья сторона еще у нас – это выполнение функций. С тезисом о выполнении функции, а точнее о том, что сокращение скажется на качестве их выполнения, депутаты также в корне не согласны. По словам депутата горсовета Людмилы Ульяновской, с переходом полномочий в округ количество функций городской администрации резко сократилось, а штат при этом остался прежним. Очень много тратится денег фактически на пустые структуры. Целое управление городского хозяйства и градостроительной деятельности. 22 человека. Они только контролируют, можно сказать, что работу чистого города и МКУ. И у них там в штате сидит 22 человека. Раньше в городе всегда существовал отдел градостроительной деятельности. Ну, может быть, трех человек мало, но 5 человек – это не 22. И вот за счет этого, конечно, были бы очень большие сокращения. И потом, если даже проведены какие-то сокращения в аппарате администрации города, больше того взято работающих по контракту. Кроме того, сокращение расходов на муниципальную власть – это в том числе и сокращение фондов оплаты труда муниципальных служащих, о котором городские депутаты твердят с июня. Напомню, решение этого вопроса повисло в воздухе из-за вето, наложенного мэром Татьяной Федоровой. Между тем, фонды оплаты труда госслужащих сокращены до 37,7 окладов в год. Муниципалы, согласно проекту бюджета, остаются 48 окладами, что в принципе противоречит федеральному законодательству, отмечает Сергей Свиридов. Я лично буду обращаться в прокуратуру, чтобы прокуратура рассмотрела этот вопрос. К сожалению, опять же скажу, что на сегодня задавал вопрос, будет ли администрация предпринимать меры для того, чтобы соотношение зарплаты было с государственными служащими одинаковым. Я не услышал четкого ответа, что даже не сказали, что этот вопрос рассматривается. То есть у меня сложилось впечатление, что это не будет рассматриваться. И вот этот бюджет на 2017 год и плановый 2018-2019 подтверждает, что зарплата на содержание органов местного самоуправления и вообще в принципе расходы, они сохраняются в прежнем размере. И я больше скажу, они сохраняются и по результатам 2015 года. Если возьмем 2015 год, и когда еще полномочия были в городе, а сегодня мы знаем, что они ушли в округ, то никакого сокращения не происходит ни самих служащих, ни содержания зарплаты на этих служащих. По словам Сергея Свиридова, такое бездействие муниципальной власти приведет к выпадению порядка 150 миллионов рублей из городского бюджета. Так или иначе, но большинством голосов проект бюджета на трехлетний период был поддержан. Справедливости ради отмечу, что 90% участников публичных слушаний были муниципальные служащие городской администрации. Согласно порядку, дальше проект бюджета ляжет на стол главе Наринмара, а затем будет направлен на рассмотрение депутатов. Работают эффективнее, расходуют меньше. Некоммерческие организации могут полноценно оказывать услуги, которые сегодня представляют государственные организации. Об этом шла речь на круглом столе Общественной палаты Ненецкого округа. Сегодня в регионе о социальном предпринимательстве только начинают говорить, тогда как в других субъектах строят пансионаты для престарелых, открывают школы, организуют пожарные дружины и создают доступную среду для инвалидов. Существенная экономия, быстрая реализация и гарантированный результат – такие аргументы в поддержку доступа некоммерческих организаций к оказанию социальных услуг приводит Жанна Котова. Эксперт фонда «Наше будущее» уже посетила 49 регионов России, в которых рассказала о том, как НКО делают жизнь лучше.
Наверное, приведу такой яркий пример один. Это город Череповец Вологодской области. Значит, некоммерческая организация «Солнечный лучик» оказывает помощь реабилитации ребятишкам в очень сложной ситуации. То есть это дети, которые не говорят, это дети, которые не могут сами кушать, сходить в туалет. И вот мамочка, которая пережила личную историю такую, она как раз решила проблему свою, да, и она помогает сегодня таким мамам с такими детьми, к ней приезжают из Архангельской области, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Пример Вологодской области не единственный. В Калининграде некоммерческая организация оборудовала места общественного пребывания средствами для инвалидов, а в Тамбовской области группа активистов разбила Аллею Славы. Главная задача – привлечение НКО к сотрудничеству с государством, повышение качества и доступности услуг. Как показывает практика регионов, гораздо проще выделить субсидию некоммерческой организации на открытие пансионата для престарелых или частного детского сада, нежели запускать бюджетное учреждение. Причем качество предоставленных услуг будет ничуть не хуже. Вся, скажем так, ответственность ложится и проверка всех проверяющих органов точно так же будет проверять и негосударственных поставщиков, и некоммерческие организации, малые и средние предприниматели по всем стандартам, как и бюджетных учреждений. То есть это все сопровождается, контролируется. По мнению эксперта, некоммерческие организации могут легко заполнять те ниши, в которых не представлено государство. В Ненецком округе это, к примеру, реабилитация наркозависимых и социальное обслуживание на дому. Для поэтапного доступа к бюджетным средствам и оказанию социальных услуг населению НКО в регионе разработан комплексный план. Он включает обучение в системе госторгов, финансовую помощь в виде грантов и субсидий, консультационное сопровождение. Также органами исполнительной власти, вы сейчас, наверное, слышали, мы разговаривали, проводится работа по включению в реестр поставщиков социальных услуг некоммерческих организаций. На сегодняшний день 4 некоммерческие организации у нас изъявили желание войти. В основном это социально-психологические услуги, есть социально-педагогические, по-моему, и юридические, то есть это правовые услуги. Также в регионе ведется работа по привлечению негосударственного сектора в сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. К 2020 году 10% всех окружных расходов на оказание соцуслуг должны быть в руках некоммерческого сектора. Национальный поселок Бугрино посетил медицинский десант Центральной районной поликлиники. Население обследовали 14 специалистов, в том числе 8 врачей и флюорографический отряд. По словам местных жителей, это самый внушительный медицинский десант за много лет. Программа финансируется из бюджета округа. В состав медицинского десанта вошли все ключевые специалисты – невролог, психиатр-нарколог, отоларинголог, офтальмолог, хирург, эндокринолог, педиатр и врач УЗИ-диагностики. Также жители Колгуева смогли пройти флюорографическое обследование. Это самый внушительный медицинский десант за много лет. В среднем, с учетом того, что нам нужно помощь оказывать и на территории заполярной поликлиники, и на селе, конечно, мы выезжаем в течение недели. Но стараемся оперативно работать максимально длительное время, чтобы все пациенты, которые обратились, граждане, да, в течение там рабочего дня, если надо будет задержаться, ну, чтобы максимально население охватить. Всегда отдельно планируем выходы в образовательные организации. Как приезжаем, конечно, мы в первую очередь смотрим детей, потому что понимаем, что здоровье детей для нас очень важное. Первыми пациентами врачей стали воспитанники школы-сада. Это дети в возрасте от 1,5 до 10 лет. Всего в поселке сейчас проживает около 30 человек, из них 70 дети. Бригада врачей работала с утра до вечера, как говорится, до последнего пациента. Об особенностях работы передвижного медицинского отряда по телефону из Бугрино нам рассказала начальник медицинской бригады, заместитель главного врача Центральной районной поликлиники Татьяна Потапова. Детей 100% всех смотрим, взрослых тоже очень много, и работники, и неработающие пенсионеры активно идут. У нас бригада ведь большая, в Бугрино не так часто могут выезжать, поэтому ко всем врачам идут. Мы до 6 работаем, ну, вчера закончили в районе 7, до последнего пациента, пока тут все прошли, все. Мы же еще тут и анализы берем у них, только забор делаем, а будем сами показатели смотреть у себя в поликлинике. Главная задача врачей – провести первичные медицинские осмотры и диспансеризацию. Также медики выдают справки, дающие право управлять автотранспортными средствами и пользоваться оружием. Особое внимание врачи уделили онкологии и сердечно-сосудистым заболеваниям.
Гармонизация межнациональных отношений как основа благополучия общества. В Ненецком округе прошел круглый стол «НАО территория единства». Представители власти, гражданского общества и общественных организаций обсудили вопросы межэтнических и межнациональных отношений. Поделиться опытом в этой сфере приехала министр национальной политики Республики Коми Елена Савтенко. В 2015 году в Республике Коми была принята стратегия национальной политики. Главная задача документа, рассчитанного на 10 лет – обеспечение межнационального мира и согласия. Однако из ключевых событий в этом направлении – создание Совета по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений. Структура позволяет выстроить прямой диалог власти и общественных организаций региона. За финансовое обеспечение условий для развития народов и народностей отвечает региональная программа укрепления единства российской нации. Республика Коми – край добрососедства. Региональная программа, она у нас распространена в 6 государственных программах. Это и программа образования, и программа здравоохранения, и программа правопорядок, и программа развития сельского хозяйства, потребительских рынков и так далее, еще несколько программ. Почему нам удобно? Потому что Министерство национальной политики здесь выступает межведомственным координатором, да, реализации региональной программы, которая финансируется из различных госпрограмм. Наличие специальной программы дает региону возможность получать субсидии из федерального бюджета. В 2016 году Республика Коми получила из федерации 14 миллионов рублей. Средства направили на поддержку национально-культурных объединений и духовно-просветительские проекты. По словам министра, религиозные организации играют большую роль в единении народа и противодействии экстремизму. Глава Наринмарской и Мезенской епархии подтвердил значимость этого взаимодействия. Если говорить о возрождении духовности, значит, русский народ, российский народ, если точнее определить эту суть проблемы, которая стоит перед всеми регионами и перед нашими тоже, заключается в том, чтобы и мы в этой единой семье народов обрели наконец-то почти утерянный смысл нашего исторического и духовного бытия. В Ненецком округе для межнационального мира и согласия 2016 год был объявлен годом народного единства. Сегодня в округе зарегистрированы 166 общественных объединений, 23 из которых национально-культурные. У всех есть возможность получать грантовую поддержку, участвовать в социально значимых проектах и знакомить жителей округа со своей культурой. О результатах года народного единства расскажет социальные исследования, которые сегодня проводит Департамент региональной политики. Более 170 мероприятий и региональный охват. В Ненецком округе стартовали Дни ненецкой письменности. Они призваны сохранить язык и культуру коренных жителей тундры. Дни ненецкой письменности проводятся в регионе с 2002 года. В программе текущего года конкурс чтецов, спортивные соревнования по национальным видам спорта, просмотры мультфильмов, инсценировки сказок, а также открытие книжных выставок, в том числе о людях, внесших вклад в развитие и сохранение ненецкого языка в округе, создателях ненецкого букваря, первой ненецкой ученой Марии Бармич. Кроме того, пройдет марафон знаний. Открытие месячника ненецкой культуры прошло в социально-гуманитарном колледже имени Волчейского. Учреждение на протяжении многих лет готовило учителей ненецкого языка, выпускало методические пособия и учебники для уроков родного языка. В этом году колледж отметит 85-летие. Специально к юбилею и дням ненецкой письменности была подготовлена выставка. Подготовили стенды, где размещены материалы о наших выпускниках, которые внесли большой вклад в сохранение ненецкого языка. Это материалы о Рожине Анатолии Ивановиче, это материалы об Алексее Ильиче Печкове, Розе Ивановне Коньяковой и Марии Яковлевне Барнич. Кроме того, студенты дизайнерского направления подготовили небольшую экспозицию со своими работами. Среди них – куклы в этностиле. Традиционные нухуко из меха и кожи оленя соседствуют с игрушками из современных материалов. Это изделие изготовлено из паперклея. Это материал пластической массы. И на основе каркасной проволоки. Каркаса. Волосы это у нас из шерсти изготовлены. Так, в основном все. Ну, ткань все традиционный материал. Тематические выставки, встречи, литературные вечера и конкурсы. В этом году Дни ненецкой письменности пройдут в каждом населенном пункте округа.
Ненецкий дом народного творчества проводит целую неделю ненецкой письменности с 7 по 13 ноября. И среди самых интересных мероприятий я бы отметила встречи со сказителем Василием Ананьевичем Конюковым и встречу ненецких родов знатоки ненецкой жизни. Также в НИСИ будет фестиваль ненецких сказок «Сказки древнего Канина». Отчетный концерт «Мы все твои дети Тундра» будет организован в Нельминосе образцовым ансамблем «Маймбава». Ненецкая литература и фольклор будут представлены в этнокультурном центре Центральной библиотеки имени Пичкова на классных часах в школах города. Ценителей самодейской культуры будут ждать на марафоне знаний, конкурсе чтецов и интеллектуальном состязании «Сбережем родной язык». Самодеятельный театр «Илипс» к 20-летнему дню рождения презентует постановку «Нярвей», а завершится культурный месячник 24 декабря семейным вечером «Россыпи ненецкого слова». И на этом все. Вы смотрели программу «Итоги недели». Мы остановились на основных темах и событиях, которыми ознаменовалась прошедшая неделя. Вся подробная информация о событиях, которые происходят в округе, есть на нашем сайте trksever.ru. До встречи через неделю.